существует давняя традиция устраивать в нашем музее музыкальные вечера, но сегодня у нас совсем необычный вечер. Сегодня вечер джазовой музыки, и к тому же приурочен он к выставке. Вот к той самой выставке, которую вы здесь видите, выставке декупажей Матисса «Джаз». В каком веке начался джаз? Официально он начался в 20 веке. Официально? Да. Нет, конечно, впрямую джаза как такового здесь нет. И быть не может. Нет. И я думаю, что джазом он назвал их только потому, что тут были какие-то ритмические вещи, ритмика, которая может быть присуща джазу, современной Матиссу музыки. Будем так говорить. Матисс и джаз. Я не говорю о чистой тематике, там, клоун, цирк, похороны Пьеро, это все джазовые мотивы. Я думаю, что он иронически назвал эту вещь джазом, потому что, скажем, похороны Пьеро, вряд ли можно сказать, что это джазовый мотив, что ли, переложенный на средствами изобразительного искусства. Но трудно себе представить, что в музыке это найдет какое-то конкретное, так сказать, выражение. Мне кажется, это не суть важна. Точность соотнесения броской яркой живописи Матисса с тем музыкальным рядом, который предлагает Леонид Чижик. Свободность творческого мышления, цвета, звук может быть соотнесено с живописью Матисса. Мне кажется, что Матисс играет джаз прежде всего вот поиск темы и вариации, импровизации на материале какой-то уже выработанной темы. Вот, например, когда он рисовал сначала с натурой. Это была тема. Потом, когда рука обрабатывалась, то он делал вариации. Очень много рисунков, как бы свободной рукой. Я джаз очень люблю. Но почему это называется джаз, я не понимаю. Только в том смысле, что это импровизация. Но ведь это на импровизацию тоже не похоже, поскольку это уже наклеено. Для меня это очень холодно. Джаз — это такое невероятное сочетание звуков, такая виртуозная музыкальная вышивка на конве ритма, настолько серьезная, настолько философская, настолько эмоциональная. А тут я ничего этого не вижу. Но, может, мне нужно большое время, чтобы это обдумать. Если это западет в память, будет хорошо. Это плоскостная живопись. Мне всегда живопись хотелось бы видеть объем, так как жизнь наша объем. В том числе я бы это и отнес бы и к джазовой музыке. Она, мне кажется, наполнена воздухом. Она как раз объемна, и много пауз в ней, много дыхания, много каких-то внутренних подтекстов. Вот этим она и привлекательна, этим она и заставляет полюбить себя, поверить ей, пойти за ней. Я не специалист по музыкальному джазу, хотя джаз вообще мне нравится. Мне кажется, что влечение джазом – это дело молодежи. И вот мой внук, тоже Андрей Лензиров, музыкант, он в этом гораздо лучше меня разбирается. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, я иногда задумывался, что такое джаз, но не находил точной формулировки. Для меня, оказывалось, это просто музыка со своими особенностями. Я не могу точно сказать, за что я люблю джаз. Может быть, за ту импровизацию, вернее, за те импровизации, которые присущи джазовой музыке. Может быть, за тот ритм, который подхлёстывает в быстрых композициях, или за мелодию лирическую. У меня всегда возникает чувство радости, когда я слушаю джаз. В конце своей жизни Матисс болел и был прикован к постели. Он уже не мог стоять около мольберта, не мог рисовать стоя и даже сидя. Он не мог жить без работы. И тогда он взялся за особый вид своего творчества. Он брал цветную бумагу и прямо ножницы, без всякой подготовки, без рисунка, без эскиза, он вырезал орнаменты и фигуры, которые, как он сам говорил, были навеяны ему воспоминаниями. И он говорил, что вырезание вот таких цветных силуэтов из бумаги ему в известной степени напоминает работу скульптора, который прямо высекает свои скульптуры из камня. Гармонические и необыкновенно ритмические соединения всех фигур, всех цветов, конечно, поразительны в этих работах. И мне кажется, что он не зря назвал серию, которую вы сейчас видите, джазом. Потому что джаз в основном импровизация и ритм. И вот
Матисс, мне думается, думая об этом, и назвал свои работы джазом, потому что это удивительнейшая импровизация, основанная на поразительных цветовых сочетаниях и на удивительном чувстве ритма, которым Матисс обладал всю свою жизнь. Так вот он, замечательный матиссовский джаз, в своих необыкновенно острых цветовых соединениях, которые делаются необыкновенно гармоничными под его руками. Хорошо известно, что Матисс, который избавился от всех условностей академической школы, внес в европейскую живопись особое начало. Во-первых, яркие и чистые цвета, ясный и точный орнамент рисунка. Во-вторых, особую гармонию цветовых пятен, тех силуэтов, которыми он в основном оперирует. Матисс не предвзятый художник. У него нет символики. Он рисует и пишет только то, что он видит вокруг себя. Его сюжеты очень просты. Это натюрморты по преимуществу. Иногда пейзажи. Это обнаженные модели и интерьеры. И в этих вещах он всегда раскрывает, как мне кажется, для нас и для зрителя какие-то особые, необыкновенные ритмические и гармонические соединения цветов. Он видит их прямо в самой натуре. Он, может быть, поднимает это до особого звучания, почти до музыкального состояния своей живописи. Леонид Чижик будет сегодня играть импровизации на несколько листов, вот тех самых, которые здесь висят сейчас на этих щитах. То есть перед ним будут листы Матисса, а он будет импровизировать на них собственную музыку. Стоит сказать еще несколько слов о серии в целом. Вот почему. Ведь художник создавал свои декупажи в 1943-44 годах. В 47-м они только изданы, но сотворены они в военные годы. Кстати сказать, я не случайно об этом заговорил, ведь отголоски войны чувствуются в этих произведениях. Не случайно, наверное, вторгается в эту серию и взрывоподобные звезды в Икаре, хотя бы лист «Судьба», необыкновенно драматический для Матисса, да и «Сердце» в какой-то мере. Сейчас перед вами тема импровизации Леонида Аркадьевича Чижика – лист Матисса «Сердце». Thank you.
импровизация Леонида Аркадьевича. Тема ее – «Танец вокруг Настурции», картина Матисса. Следующая импровизация будет посвящена рисункам Матисса, женским образом.
Исполнена импровизация, в основу которой положена известная тема «Моя прекрасная Валентина». Давайте представим себе, как выглядел джаз во времена Матисса, или точнее, как он звучал. В этом нам поможет Леонид Аркадьевич Чижик, который исполнит сейчас импровизацию на темы этой старой джазовой музыки. Thank you.
Thank you.